привет, друзья! Рад видеть вас на канале Geju Gaming. Продолжаем проходить четвертый DMC, третья миссия «Белое крыло». Обыскать замок Фортуна. Поехали! Ничего против не имею, обыск замка Фортуна. Погнали! Так, что у меня где? Отлично, это акселератор, это... О! Бля, я же ничего больше не прокачал, да? Только этот. Погоди, а почему полоса... Погоди. Я же полосу купил в этот раз, нет? Погоди. Это прям нихуя себе. Раскол. Нету полосы. Почему нет полосы? Ну-ка. Ладно, сейчас разберемся. Ну, живучие какие, а. Хорошо. Так, давай, погоди, секунду. Сейчас, возьми. Все. Сейчас, давай вернемся, потому что она прямо здесь, и я что-то это прям не негодую. Мастерство. О, вот оно что, Так, охват более дальний. Сначала полоса. Вот, это мне надо, чтобы быстренько сокращать дистанцию. Теперь, комбо. Вот это прикольное комбо. Это тоже прикольное комбо. Это тоже берем. А еще... В воздухе меня не очень интересует. Увеличение счетчика до 2 ячеек дает доступ к уровню 2 приемов акселератора. Ого. Давай попробуем. А что там с синей розой? Можем взять. Хорошо, давай возьмем. Адскую длань я не прокачал, да? Ну, а что поделать теперь? А, новые способности, перескок. Ничего отсюда я взять не могу. У синей розы могу взять усиление. Почему бы и нет? Все, вот теперь хорошо. Пау! Ну-ка. Да, все есть. Ну-ка, акселератор, дай проверю акселератор. Ну, не сказал бы, что это особо до 2 ячеек. Так, еще вот такой удар есть. Хорошо. А еще есть. Вам. Нет, погоди, а что я еще прокачал? Погоди, я еще что-то взял. Алая королева, комбо, ага. Стоя на земле, нажмите Т, потом Т, и щелкните Т. Мощный удар мечом, наносящий сильный урон врагу. Так, потом так. Ага. Стоя на земле, нажмите Т, а потом Т. Да, я понял. А как, а что, а где... Не, это такой удар получается. Не понял. Еще раз. Алая королева. Окей. Это обычные комбо. Окей. Вот это вот что такое? Как-то посмотреть. Воздушная комбо. Ну, это все понятно. Нажмите Y, затем Y. И щелкните Y, блять. А, и какой? А, и что? Y. И щелкните Y. Нет, это другой удар получается. Ну ладно, хрен с ним. О! Полетели. А, не туда летишь! Не достаю. Хорошо. Там большая головешка лежит. Почему бы нам ее не взять, правильно? Вот как-то... Вот так. Нет. Ну куда-нибудь зацепись. Блядь, не туда цепляешься. О! Нет, опять не туда, нервы, блядь! Ты разве не должен сам выбирать следующие мишени, нет? О! Как-то так должно было получиться и с первого раза, но ладно. А, успел, вот ты гнида такая. Эля, бам. Хорошо. Так, потом так. Не знаю, не понимаю я обычную разницу между этим комбо и обычным комбо. Ну ладно,
нажмите, потом нажмите и щелкните. Не, если я делаю промежуток между первым и вторым ударом, то он сразу начинает вот это хреначить. Ладно. И так сойдет. Что у нас здесь? О! Рукой ломаю дверь. И вот так вот внезапно мы попадаем в ледяной биом. Жаль, у меня пока... О! Нихуя себе, что есть. Ну-ка. А, погоди, тут вообще легко можно забраться. Опа, большую головешку. Почему бы и нет? А, тут сзади не пройти, пойдем по-нормальному. Надо брать обязательно быстрый бег, потому что без него очень долго. С быстрым бегом он вот бежит пару секунд вот так вот медленно, а потом начинает разгоняться и бежит очень быстро. Так что это мне надо. Столб! Нахуй! Великолепно, еще и зеленая. А что если я хотя бы прокачаю, да? Вот так. Тогда будем столбы ломать руками. И еще один. Вот он, фортуна. Я просто боюсь, что тут будет такая же херня, как с третьим Devil May Cry, когда я... Когда записываешь один уровень, это слишком коротко получается, а когда записываешь два, то это больше часа. И типа, лучше, наверное, коротко, чем перенасыщать один эпизод двумя уровнями. Так что, сейчас посмотрим. Ну, конечно, если меньше 15 минут, я сейчас пройду один этот уровень, то, конечно, мы поиграем в еще один. Но я так не думаю, потому что я ролики не пропускаю, а ролики тут длинные, так что... Ой, бля, вот ледяных чуваков не люблю. Ледяных чуваков не люблю, они возрождаются, мразь такие. Давай, подходи. Был какой-то толк от того, что я сделал? Крейзи! На, сука! На! И в друга твоего. Ты чё, охренел? Погоди, я тут пытаюсь твоего другана расхреначить. Да стой ты! Очень тяжко, очень тяжко. Ну ладно, нормально. Я все с кнопками не могу мириться, скажем так, потому что у меня... Мне надо нажимать все четыре кнопки одновременно, то есть это... И движение, и поворот камеры, и акселератор, и прицел надо держать всегда. И постреляй. Бля, короче. Это посложнее, чем с МГСом, честно говоря. Чем с МГРом. Не путать Solid с Revengeance. Замок прям в стиле Dark Souls какого-нибудь. Охрененный. Сейчас будет очень неплохо. Ну, теперь, конечно, зная, кто это, уже не так все интригующе. Но сам факт, может, кто-то не знает, именно поэтому я не сказал, кто это. Вот это. Здрасте. Жаль, что нам не дают за нее поиграть. Именно вот и с ее стилем, с ее умениями. Именно с вот этим образом. Пацаны, вот колитесь, все, кто играли в Devil May Cry. Вам же с тем же было интересно, да, вот есть у нее белье или нет. Все-таки это как-то толком и не видно. Холодно должно быть на самом деле в таком наряде. Я надеюсь, YouTube не поругается за меня за вот эту сцену. Ну, если что, пацаны, не обессудьте, ее придется подмазать чуть-чуть. Я помог. Раздевайся. Благодарю. Бедный Нера, такой молодой зеленый пацан. Из ордена?
Я видел тебя раньше. Никогда тебя не видел. Ну, типа да. Я новенькая. Глория. Глория! Ты Нера, так? Ага. Я слышала слухи. Кто не слышал? Много слухов, надо сказать, и все нелестные. В чем дело? Откуда они лезут? Необычно. Сколько их не убей, на их место приходят новые. Колено воткнула себе с задней части. Ну так ты здесь и без меня разберешься. Меня ждет личное мокрое дело. Мокрое. Я вызову остальных, мы справимся с ними. Да хранит тебя Спаситель на твоем пути. Спаситель. Спаситель. Спасителем кто все-таки считается? Спасителем же считается сам этот. Спарта. Вот как мне после этого зарядить? Я делаю в самый последний. А, надо ебать в самый-самый последний. Ну вот видите, как, насколько отличается. Вот смотри. Это обычный. А это с огнем. Ну это же прикольнее. А как выглядит максимальный? А, комбо второго уровня, он сказал. У меня трех пока нету. Прикольно, прикольно. Эх, научиться бы пользоваться акселератором. Что-то вроде получается, но делать быстрые комбо пока не выходит. Вот он мой любимый замок Фортуна. Я помню раньше, когда я первый раз проходил, мне было действительно сложно ориентироваться в местности, потому что я ни хрена почему-то не понимал, но в этот раз все нормально. Должно быть, наверное. После того, как мы расклиначим все ебаные скамейки и все стулья в этой... Так, ну-ка, блядь, Нера. А, тут еще и камера инвертированная, я понял. Не так много дают, конечно, эти скамейки, но сам факт, дают. А почему бы тогда и не взять, если дают? Дают, бери, бьют, беги. Можно камеру сделать инвертированную? А, настройки, настройки игры, захват цели, управление, управление камерой, вот оно. Так, захват цели. Ну да, пусть будет. Тип захвата цели. Что? Приоритет захвата цели в направлении нажатия LS. Приоритет захвата цели прямо перед вами. Ближайшие цели. Давай ближайшие цели возьмем. Миникарта пусть будет. Камера стандартная. Инверсия. Пусть будет. Нельзя менять во время игры. Не хочу. Ну-ка, оно сработало или нет? Да? А, нет. Погоди, он мне сделал инверсию теперь по вертикали. Ебать, ой, по горизонтали. Не-не-не, я такой ценой не готов, такой ценой я не готов. Инверсия, да, тут только два варианта, пусть будет стандартная, пусть будет лучше стандартная, потому что так вообще, во, ладно. Ладно, так терпимо, вверх-вниз не будем нажимать просто, и все будет нормально. В идеале, мне кажется, когда я играл первый раз, я вообще не использовал, типа, этот, управление камерой практически. Оно тут и не нужно, сам факт. Так, тут, естественно, ничего нельзя. Предметы 5 косарей есть, смотри-ка. Ну, брать одну синюю сферу, наверное, слишком... нет. А вот взять вот так вот, да. Сейчас надо копить, потому что потом они мне, скорее всего, понадобятся. Так, можно сюда войти. Можно там еще дверь. Ну, честно говоря, толком я не помню, куда надо идти. Поэтому мы будем тыкаться во все подряд. Так, это на втором этаже, вот это на первом. Ну, пойдем. Ну-ка. Здрасте. Обыщите. Так, ну мне его надо... Так, вот это я помню, стопули. Погоди, разве стекло не разбивается? Бам. Хорошо. Сколько нужно еще? Трех хватило. Так, это все берем. А, сюда мы зайти пока не можем. Но можем... Вот сюда... А, погоди, нет, сюда не можем. Это как раз секретный выход. Нихуя себе.
Ладно, ладно, не можем так не можем, погнали дальше. Светильники тоже дают красные головы, но мне как-то слишком уж впадло их разбивать. Вот тут есть дверка, например. Мне кажется, там напрямую дверь тоже закрыта. А с той стороны, скорее всего, вообще просто заход с другой стороны. Блять, это за то, что я пытаюсь сделать комбо на эти удары. Ах, не, нихуя не получается. Нихуя не получается, господа. Ладно, будем драться как можем. Да, не самое красивое прохождение, скажем так, вы видите. Не от самого умелого чувака. А, так, а, мне нужны вот эти херни. Точняк, точняк. Гигантская дверь запечатана особой печатью. Надпись на табличке гласит: собери 4 статуи и откроешь путь на арену. Путь на арену — это как раз против этого, Жабкина. Жабкин охуенный, Жабкин мне очень нравится. И музыка у него заебитейшая. Из-за того, что я пытаюсь, блять, это все делать, получаются очень медленные комбухи некрасивые. Блять, на меня прям это расстраивает. Так, а погоди, а сюда можно? А, сюда можно, хорошо. Вот это можно разбить, да? Смотри-ка. А, ну тут нихуя нет. Вау. Хорошо. Так, это мы пока открыть не можем. А это выход в главный зал, правильно? Ничего нового. Отлично. Значит, обе двери, по сути, ведут нас в одно и то же место. Поэтому погнали, погнали с этой стороны. Оп. Сначала сюда. О, блять, вот это место я имел в виду на самом деле, когда говорил. Давай я тебя порублю, пока твои братаны там где-то тусят. Хорошо. Бам! Добил. Все равно не понимаю, честно говоря. Он просто гораздо быстрее начинает еще и действовать, когда есть акселератор. Но, блин, но у меня его нет. Я не могу. Не могу его толком захреначить. Из-за этого я еще и по морде получаю. Блин, ну... Ты должен был красиво отъехать от последнего выстрела. Ладно. Так тоже сойдет. Так, главное сюда... Погоди, а сюда нельзя провалиться? Да, пока что нельзя. Главное не упасть вниз сейчас, а то с ними придется еще раз махаться. Так, это пока неразбиваемое. Да я в курсе, в курсе. Так, аккуратно. Блять. Вот это вот опасная херня. А! Все, да. Вау, прикинь, 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 прикинь. Наткнулся, наткнулся, но очень удачно. О! Великолепно. Эти тоже исчезают, да? А, только один исчезает. Опа, великолепно. Блять, последние три остались. Последние три. Тайминг, тайминг. Ебать, как обидно, последнюю хуйню не смог. Ой, ладно. Все, давай, давай, собрался, разобрался. Дубль 2. Очень не торопись, она медленно, сука, летит. Хорошо, ну хоть со второго раза. Хоть со второго раза получилось, и на том спасибо. Оп, замечательно. Так, мы попали на второй этаж. Пэм. Отсюда мы выйти никак не можем, правильно? Тут у нас с краюшку... Да, просто стена. Хорошо. Надо посмотреть... Пардон. Надо посмотреть, сколько стоит бег. Прям бег мне очень нужен. Я медленно бегаю. Мне нравится. Так, ну вот эту головешку я, допустим, могу взять. И эту тоже могу взять. А, тут пока эта сторона закрыта. Сука, там еще... Там тоже наверху что-то лежит.
Обида. Центральный двор. Спиралка, блядь, гремит. Я надеюсь, вам ее не слышно. А я могу его, блядь, притянуть? Или притянуть может только он меня? Вот против них с акселератором, конечно, самое оно драться, но... Минус один, нет? А! Я ж не умер! Ебать, я умер, да ладно. Ебать! Так, продолжить это то же самое, что и начать сначала, разве нет? О, нихуя, да ладно. Спасибо. Слушай, это в третьем, значит, настолько просто нечестные. Бля, так можно хпшки экономить. Слушай, просто с чекпоинтов. Круто, круто. Это очень полезно. Это мне нравится. Давайте, давайте, я сам к вам подойду. Хули вы будете. Опа! Раз, два, три. И вдруг она. Опа! А, блядь, я его о пол не бью, да, таким образом? Блядь, он там лечится. Вот пидрила. Ладно, я пока твоего другана отхуярю. О, отлично. Да ты мог бы и не перемещаться, братан. И в стену. Хорошо. О, у него даже рука не отвалилась, он просто взял и сдох. Неплохо. А я же не могу вниз спрыгнуть, правда? Блять, а вдруг могу? Нет, не могу. Там внизу босс-файт, естественно, я не могу туда спрыгнуть. Хорошо. Водопад Борис. Почти как Борис. Тут мне надо просто хернюшку взять вот наверху сейчас. И вернуться обратно. И вот сюда, мне кажется, если на пьедестал встать, то можно еще приколюк найти. Опа! С первого раза. Просто изи-катка. Изящная. Ну-ка. Или я ошибся? Мне казалось, что тут должны выпадать какие-то херни, не? Ладно, видимо, ошибся. Так, пришли мы с той стороны, идем в эту сторону. Что тебе надо? А? Твоей рукой нас не сломать. Другого будем здесь мы ждать. А, точно, красный экран, красные же все дантесовские, бля. Забыл совсем. У Дантеса. У меня было два огонька, а у Дантеса сразу пять, блядь. Ну, у него и камбук, конечно, гораздо больше. Это что такое? Это можно нажать? Видимо, нет. Опа! Одного и второго сразу. Бам! Хорошо. О! Вот уебашил-то, а? Почему я в него не попадаю? Вот что меня интересует. А чуть-чуть побольше. Блин, нужны умения еще другие. Хорошо. Стену. Хорошо, чтобы он далеко не улетел. А, он просто сдох. Хорошо, так даже лучше. Тут у нас что? Просто балкончик? Может, тут выпадут головешки? Нет? Не хотят давать мне головешек, ну и черт с ним. И без них обойдусь. Просто какой-то странный балкончик, честно говоря. Он прям выделяется конкретно, но при этом толку с него ни хрена. Так, направо. Сколько у меня хпшек? Погоди, а как смотреть хпшки? Погоди, это не то. А, просто старт. Старт предмета. Шесть маленьких звезд у меня уже. Нихуя себе. Ну, их надо, конечно, как можно дольше экономить. Вот тут вот, наверху. Опа. Блядь, а почему это нельзя взять? Опа. Ну-ка. Да я же цепанул, ну. Еще раз. Ну-ка. Блядь, цепанул же. Опа. Ха-ха-ха. Святая вода.
Святая вода лишней точно не будет. Кстати, интересно, насколько она мощная по сравнению с третьей частью. Святая вода отпугивает демонов, она наносит большой урон, большой ущерб врагам вокруг. Замечательно, на всякий случай прибережем. Так, это снимет щит просто, правильно? Да. Но зачем? А, дверь это тоже закрыта на щит, я понял. Слушай, я даже, значит, правильно пошел. Мне сначала надо было на левую сторону. Галерея. Так, ну тут обычные вражины. Иди сюда. Разлетись. Хорошо. О! Я заряжаться могу в этот момент? Нихуя себе. Бам. Хорошо. Потихоньку, потихоньку, полегой. О, хпшечку даже нашел. Нихуя себе. А, я думал, там последний остался. Проебал. Бам-бам. Оп. А он уже отъехал. Слушай, люстра качается. Интересно, это я ее раскачал? Не похоже, да? Да, она, походу, сама качается. Так, мы гиролезвие. Если ты желаешь нашей силы, мы жаждем получить душу ртути. Тути-фрути душу. Погнали, найдем. Ага, ага, ага. Вот сейчас и найдем. Сейчас и найдем. Тут, по-моему, уже никто не появится. Да, да, зайдем мы спокойно. А, что можем купить? У меня разве есть деньги? А, 3 косаря еще есть, слушай. 3,5, давай одну большую хпшку возьмем. Тоже пригодится, 100%. Да, тихо, зайди. Блять, вот эти резкие перемены камеры и перемены из-за того, что он начинает бежать по-другому, в другую сторону, это прям напрягает. Так, блять, запомни, не пропускать кат-сцены. Они важные. Ты и так первого босса уже пропустил, пиздец. Обидно, обидно до сих пор. Не подумал бы, что этот тип такой читатель. Какой тип? А, он про Данте, наверное. Привет. Вот так и нарываются на пулю. А, Неру-то думает, что это свои. Ну, ты тоже охотишься на этого типа или просто демонов ловишь? А, плохие новости, Неру. Блин, ну вот концепт, дизайн вот этих рыцарей очевидно. Охренительный что ж, просто. Досадно. Мне всегда очень нравился. Ангелу. Расхреначил библиотеку, и ради чего? Ну давай. Вот Неро тоже всегда, в каждой катсцене практически, он заряжает свой, блядь, клинок. Это очень важно, просто... Опа! А! Так, братан. Я понимаю, что ты уже относительно сильный, но... Давай ты не будешь херней страдать. Я тебя сейчас, сука, захуярю. Ты мразь такая. Надо щит ему сломать, иначе... А! Тихо, тихо. Братан. Тихо. Ага. Раз, два, три. Поехали. Ну все. О! Я, конечно, вообще в свое время думал, что это пацаны типа босс. Но оказалось, что нет. Блэсто! Ну, в этот момент Неру, конечно, должен был что-нибудь заподозрить, то что это... Блять, нихуя не его друганы. Бам! Тихо. Ты если не видишь, я бью пока твоего братана. Не, ну им, чтобы не ломать эти щиты, конечно, гораздо удобнее их просто так вот гасить. Он сейчас налетит на меня или что? Да. В воздухе. Рынг, рынг, рынг. Пошел нахер. Угу.
пусто. Демон вселился в броню Ордена. Плохо дело. Есть такое, Нерыч, есть такое. Короче, что я хотел сказать? То, что я раньше думал, что рука Неру всосала его голову, вот этот шлем этого чувака. Но оказалось, что нет, он просто исчез, как и вся остальная броня, так что все окей. ХПшечки, берем, красные, берем, все берем. О, наверх все-таки можно подняться как-то, смотри-ка. Ну-ка. Опа, да-да-да-да-да-да-да. Ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща. А можешь встать на пьедестальчик? Неру, встань на пьедестальчик. На пьедестальчик, встань. Бля, он с него соскальзывает. Опа! Хо! Ну-ка, а что тут можно найти? Я, кстати, ни разу на второй этаж не поднимался. Видимо, не зря, потому что тут нихуя нет. Да? Еще выше. А может, еще выше на каком-нибудь шкафу лежит синяя головешка? Вот это было бы прям супер охрененно, потому что это будет уже четвертое. И нет, ни хрена. Ладно, а где там дверца? Вот она. Опа. Вот и душа ртути. Да-да-да-да-да, я уже прочитал, что с ними надо делать. Ща, Неру, ты главное всоси. Вот это почему-то, мне кажется, Неру не всасывает. Искусственная душа, созданная алхимией, вдыхает жизнь в неживое. И на этой замечательной ноте заканчивается третья миссия. Блять, вот тут уже хреновые у меня очки, честно говоря. Прям совсем обидно. Хотя... Бэшечки, это не так плохо. Ладно. Так, давай, сохранимся. И на этой ноте буду с вами прощаться, ребят. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Плейлист с Devil May Cry в описании под видео. Там же остальные игры. Если ролик вам понравился, ставьте комментарии, пишите лайки. Подписывайтесь. Блять, вылетело, прикиньте, просто. Подписывайтесь обязательно на канал. И увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока.